Друзья, сегодня у нас на обзоре Asus ZenBook 14. Изысканное решение для рабочих задач. Меня зовут Роман, вы на канале Soft Touch. Поехали! ZenBook 14 изготовлен из алюминиевого сплава с алмазной шлифовкой. В руках ощущается очень приятно. Как и в других ZenBook, верхняя крышка получила украшение в виде концентрических кругов. Это символ капли росы, падающей в воду и олицетворяющей собой философию покоя и мудрости. Весит ноутбук около 1 кг. И толщина его задней стороны составляет всего 14 мм. Его легко будет носить с собой даже в женской сумке. В данном случае легкость не означает хрупкость, ведь Asus ZenBook 14 получил сертификацию защиты по военному стандарту MIL-STD-810G. На левой грани вы найдете разъем HDMI и 2 Type-C Thunderbolt 4, с помощью которых можно не только подключить другие девайсы и монитор с разрешением 4К, но и зарядить ноутбук. На правой грани USB-A 3.2 первой генерации и картридер для карточек microSD. В связи с размером ноутбука клавиатура здесь не полноформатная, однако клавиши Home, Page Up, Page Down и End удобно разместились справа, а функциональные клавиши по стандарту сверху разделяют соседство с набором клавиш от F1 до F12. Ход клавиш удобный для набора текста. Также клавиатура получила подсветку для работы в темноте. Роль цифрового блока выполняет фирменный Asus NumberPad 2.0 со стеклянным покрытием. Тачпад получил LED-подсветку, которая активируется прикосновением в правом верхнем углу. С помощью тачпада можно не только управлять курсором, но и работать с цифрами в любом приложении – Excel, Word, либо калькулятор. Даже в режиме активного цифрового блока тачпад распознает нажатие и разделяет набор и управление курсором. То есть в режиме NumPad можно одновременно и набирать цифры, и управлять курсором. В комплекте, кроме зарядного устройства, вы найдете мягкий тканевый чехол и переходник Type-C на 3,5 мм джек для наушников. ZenBook 14, что очевидно из названия, получил 14-дюймовый дисплей с матовым покрытием и тонкими рамками Nano Edge, которые обеспечивают соотношение экрана к корпусу до 90%. IPS-матрица здесь с разрешением Full HD и 100% охватом цветового пространства sRGB, имеет хорошие углы обзора и максимальную яркость 300 нит. Дисплей можно дополнительно настроить в приложении My Asus, установив режим более насыщенного цвета или режим защиты глаз. В ZenBook может быть три конфигурации: Intel Core i7-1165G7, Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i3-1115G4. За графику отвечает встроенный графический чип Intel Iris Xe. Оперативная память стандарта LPDDR4X 4266 МГц распаяна на материнской плате, поэтому при покупке сразу стоит выбирать, 8, 16 или 32 гигабайта вы хотите иметь на борту. За хранение файлов отвечает быстрый M2 NVMe SSD накопитель объемом 1 терабайт. Моя комплектация с Intel Core i5 и 8 гигабайтами оперативной памяти в тесте 3D Mark получила следующие результаты. Такой результат ZenBook получил в офисном тесте PC Mark 10. В CSGO вы даже можете достичь 120 FPS без лагов на низких настройках графики или 50 FPS на средних. Довольно неплохой результат как для бизнес-ноутбука. Если вы работаете в стандартных офисных программах, таких как Word, Excel или калькулятор, то проблем, конечно же, не возникнет. Если вам ноутбук нужен для более творческих задач, работы в Photoshop или Illustrator, то рекомендую выбрать конфигурацию на 16 ГБ оперативной памяти, потому что 8 ГБ – это минимальный объем, который рекомендует компания Adobe. Рекомендуемый объем от 16 ГБ и выше. ZenBook оснащен модулем Intel AX201 с поддержкой Wi-Fi 6. А использовать беспроводные гаджеты с ноутбуком, такие как мышь или наушники, можно с помощью Bluetooth 5.0. Веб-камера в помощь получила дополнительный инфракрасный модуль, который поддерживает функцию безопасности Windows Hello, а также отвечает за настройки баланса белого и экспозиции. Тут установлена батарея мощностью 65 Вт-час. Фирменное зарядное устройство на 65 Вт зарядит ноутбук от 0 до 100 за 1 час и 40 минут. Так как заряжается ноутбук по Type-C, заряжать его можно даже блоком от смартфона. Ноутбук поддерживает зарядные устройства и пауэрбанки мощностью от 5 Вт до
220 вольт и технологию Power Delivery. В синтетическом тесте PC Mark 10 при максимальной яркости экрана в офисных задачах ноутбук от одного заряда продержался почти 11 часов. Производитель заявляет, что этот показатель может достигать и 18 часов. В фирменном приложении My Asus можно даже установить специальные режимы зарядки для сохранения ресурса аккумулятора, при которых ноутбук будет заряжаться только до 80 или до 60% своего объема. Asus ZenBook 14 – это такой надежный рабочий инструмент, который обеспечит вам высокую производительность и автономность на уровне как минимум 15 часов. Понравился ли вам этот ноутбук? Свое мнение пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и стучите в колокольце, чтобы ничего не пропустить.